Здравствуйте, зрители, подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет относительно недавно обнаруженном, примерно в 1976 году, в городе Мехергах в Пакистане. Он очень древний, согласно официальной версии, его датируют с 7000 года до нас по примерно 2500-2000 год до нашей эры. То есть город был построен еще во времена позднего каменного века и просуществовал до бронзового века. Его частично относят к так называемой харабской цивилизации, хотя он был построен и до нее, но позже, скорее всего, и существовал во времена харабской цивилизации. Город очень древний, еще раз повторю, обнаружен был относительно недавно, только в 1000, если мне память не изменяет, по крайней мере там проводились раскопки, в 1976 году. Очень мало известный, очень мало людей знает о нем, я тоже не знал, мне вот человек один на YouTube предложил сделать видео об этом городе, я навел справки, и, ну, как минимум город интересен, по крайней мере для меня. Для меня любой город, который старше более чем 4000 лет назад, он интересен, представляет большой интерес. Более подробно об этом городе вы увидите дальше видео. Скажу, что он расположен в так называемой долине Инда, современный Пакистан. Там есть интересные древние сооружения, но, к сожалению, он очень мало раскопан, то есть не так уже много там на поверхности. Ну, все, что смогу, все, что удалось найти об этом городе, все, что смогу, я покажу все фотографии о находках об этом городе. Спасибо за и официальную информацию из Википедии, из других официальных источников. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу, все остальное вы видите дальше. Thank you.